появился светофор на перекрестке Кренхольма и Кереса в рамках проекта ТНТ транзитных дорог. Будут на этой улице, на Кереса, и другие перекрестки, регулируемые светофорами. Расскажите, пожалуйста. Да, на данный момент у нас на перекрестке Кереса Кренхольма появился светофор. Светофор у нас во временном режиме. Не работают секции пешеходные через улицу Кренхольма по причине, значит, отсутствия пешеходной зоны, а в целом светофор практически полностью такой, какой он будет при окончательном решении, проектном решении. Дополнительно к тем светофорам, которые у нас есть в городе, в проекте ТЕНТ у нас появится 13 светофорных систем. Это на 11 перекрестках, начиная с улицы Раху, с перекрестка Раху-Вахтра до старого виадука, и на улице Кереса от этого старого виадука Раху до площади Павла Кереса. Светофоры разного типа, и группы для водителей, и группы для пешеходов, в зависимости от перекрестка. Сама проезжая часть там уже отремонтирована, но везде висят знаки 30 км в час. Почему? Ситуация в том, что на данный момент все-таки это временное решение, и отсутствует у нас разметка, отсутствует, не полностью у нас размещены постоянные знаки, поэтому для того, чтобы соблюсти безопасный режим движения, скорость движения ограничена на всем участке, на улице Раху и на улице Кереса, до 30 км в час. Вернемся немного к перекрестку Кренхольма Кереса. Там помимо нового светофора висят еще и новый знак «Уступи дорогу», но он закрыт пленкой и пока не действует. Меняется приоритет на этом перекрестке? Да, значит, проектное решение будет иное. Оно непривычное для горожан. Улица Кереса у нас будет после того, как проект в окончательном виде город примет, это будет улица с главным движением, а движение по улице Кренхольма будет у нас второстепенным. Данный режим будет работать тогда, когда у нас по какой-то причине не будет работать светофорная система на этом перекрестке. А почему? Зачем так сделано? Надо понимать, что все зависит от нагрузки. Улица Кереса у нас улица транзитная. Улица транзитная не только для горожан, но и для международного транспорта. Поэтому из этих соображений принято решение, то, что улица Кереса у нас будет главная улица Кренхольма второстепенная. В каком месяце можно ожидать, что Кереса и Раху будут закончены, все эти новые светофоры появятся и... Дорога примет окончательный вид. Да, окончание проекта у нас весна 2023 года. Будем надеяться, что наш подрядчик справится с теми задачами, которые он на себя принял. И в окончательном виде мы увидим весной данный проект.